Всеми любимый YouTube могут заблокировать в любой момент, поэтому подписывайтесь на наш канал в Дзене и ВКонтакте. Ссылочки оставлю в описании под видео. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Существует такая определенная группа растений, которые содержат в своих тканях большое количество минералов и полезных веществ, которые необходимы сельскохозяйственным культурам для нормального роста и развития. Их называют сидератами. Научное определение сидератов звучит следующим образом. Это растения, выращиваемые с целью последующей заделки в почву для улучшения ее структуры, обогащения азотом и угнетения роста сорняков. По питательной ценности они способны полностью заменить любые химические удобрения, поэтому их широко применяют в органическом земледелии как весной, летом, так и осенью. Как и когда вносить, я делаю по такой схеме. Весной, после схода снега, примерно через неделю раскидываю по всем будущим овощным грядкам смесь горчицы и вики. Это хорошие сидераты, которые в кратчайший срок дадут зеленую массу. Стараюсь заделать сидераты слегка в почву с помощью граблей. Земля в это время хорошо увлажнена, и этим холодостойким сидератам не составит особого труда быстро проклюнуться и нарастить небольшую зеленую массу. А уже в мае можно начать перекапывать землю под посадку овощных культур и автоматически заделывать зеленый ковер из сидератов в землю. Вы даже не представляете, как быстро любые овощи растут на такой земле, обогащенной свежей сидеративной массой. Также опытные садоводы сеют весной сидераты по всему участку. Перед посевом овощных и ягодных культур, в приствольных кругах плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Также на новых участках, где пока еще ничего не растет, а только планируется закладка огорода, сада или цветника. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!